поддерживаем глубоко выверенный курс на укрепление независимости, мощи и процветания нашей Отчизны. Мы молим Его Всемилостивейшего о всех наших воинах, надежных защитниках нашего единого Отечества, в особенности о тех, кто исполняет свой священный долг перед Родиной во время проведения специальной военной операции на Украине для защиты мирного населения ДНР и ЛНР, демилитаризации и устранения угрозы возрождения нацизма в этом многострадальном крае. Аллах Субхану ва Тааля пусть укрепит дух их и нас тоже. Если нужно до конца довести это дело, чтобы никаких фашистов, паразитов рядом с нами не было. Потому что потом дихлофоса не хватит. Thank you.